P4 und P5. Carparks P4 and P5. Прибыл в Йобург. Прохладно. Сейчас пойду искать. Да, купил билеты на автобус до Краснотуринска. И сейчас пойду искать, где-то там нужно садиться. Не знаю, где еще. Ну, примерно вот тут. Взял там кофе слабоватое. Взял еще в автомате вот такой вот. Посмотрю, что покрепче вроде. Ну, прохладненько так, свежо, хорошо. Уральская осень чувствуется. Нормально. Все уже, жизнь тут кипит. Все в порядочке. Начинается посадка на рейс Екатеринбург, Челябинск. Время отправления 6 часов 34 минуты. Перрон номер 5. Отправляется рейс Екатеринбург. Часовой через перерыв. Время отправления. Великий город Невьянск. Вот такой вот там. Скрипучие двери. Но хорошее небо. Затейливые перемешки. В Нижнем Тагиле 95 рублей со сметаной. Попробую. Суровый город Нижний Тагил. Пахнет уже здесь металлургическим заводом. Автовокзал местный. Наш автобус куда-то свалил. Сказали подождать целый час. Зашел, взял пельмени, съел кофейку крепенького. Ну и подожду немного. Сейчас погуляю чутка. Запахи тут уже такие заводские, промышленные. Так. Что-то очканул я тут заходить в туалет. Ну его нафиг. Поеду дальше. Очень большой, исторически суровый, героический Нижний Тагил, где делают танки. Очень большой город. Это вокзал. Какой-то чувак идет материться. Так, дальше я не пойду. Скоро уже мне опять на автобус и ехать дальше. Ну, серо как-то, уныло. Ну, все заняты своими делами. Че, рабочий день, вторник. Вот так вот, а. Все. Взял беляш с мясом и ватрушку. О, не,
слойку такую с малиной по 26 рублей. Ну, пойдет так перекусить нормально. Возвращаюсь обратно на автовокзал. Населенный пункт под смешным названием Новая Ляля. Вон там название. Сейчас приближу. Родные привычные лужи появились. Все как надо. Погода нормальная для Урала, до 1 октября, золотая осень вокруг, все четко, сейчас поедем дальше.